OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ми маємо справу з інтернетом як інструментом пропаганди, який зіграв значительну роль в, собственно, созданні атмосфери, предшествовавшей війні. І мені кажется, в этом смысле Москва не отступилась, поскольку социальные сети, ну не только они, безусловно, являются инструментом весьма эффективным, несущей конструкции этой пропагандистской машины. И очень неохотно они уходят с этой площадки, вынуждены, конечно, там, где это происходит, я не знаю, в YouTube или других местах. И это, конечно, предпосылка для разговора, что в принципе здесь можно сделать для того, чтобы как-то ситуацию изменить, и поскольку, ну что там говорить, фонд борьбы с коррупцией, вообще команда Алексея Навального, надо отдать должное, безусловно, является самым продвинутым инструментом борьбы с этой пропагандой. У этого есть и практические достижения, у этого есть хороший план. Многое зависит от Запада и его поведения, поскольку чего греха таить, безусловно, там и находится, как это, центр принятия решений. Вот так вот, по которому они постоянно хотят ударить. Ну, слово тогда я хотел Леониду первому предоставить. Леонид, это в принципе возможно в контексте всей работы, которая ведется, избавиться именно в интернете от пропаганды. Я почему еще задаю этот вопрос? Потому что есть и распространенное мнение, что типа интернет – это последняя лакуна свободы. Вот не буду называть имена, есть у нас такие среди оппозиции российской. То не надо его трогать, и даже надо закрыть глаза на пропагандистов. Пусть они там работают и вещают. Зачем в интернете вводить концлагерь, да, цифровой и так далее. А вот как к этому относиться и какое мнение правильное? Ну, с точки зрения твоей. Ну, пусть тут все цветы, есть разные правильные мнения. Мы просто придерживаемся того, которое мы считаем правильным. Мы считаем, что интернет – это важнейшая площадка, на которой, собственно, можно эффективно противостоять путинской агрессии. У нас 21 век. Война 21 века ведется не только на поле боя. И интернет тоже является одним из важных полей боя. Здесь очень много что происходит. Мы видим, что борьба за умы, борьба за то, что думают люди в России о войне, или что люди думают во всем мире, ведется с самых первых дней и часов. Мы видим, какие усилия Путин вкладывает в пропаганду. И в то, чтобы заглушить независимые голоса в интернете, и за то, чтобы протолкнуть свой абсолютно фейковый нарратив. Какие миллиарды рублей тратятся на там, Russia Today, на борьбу с инакомыслящими, на цензурирование интернета и так далее. Какие десятки миллиардов рублей были потрачены за последние несколько лет на строительство системы интернет-цензуры, которая, собственно говоря, теперь мы понимаем и была тоже частью путинской операции по подготовке к войне. Теперь мы очень хорошо понимаем, что вот эта вся история про суверенный интернет, про фильтрацию трафика, про анализ трафика, это все он готовился к войне, там, как минимум года с 2015-2016. Он, собственно, сразу после 2014 стал вот копить силы для всего этого. Теперь мы понимаем, что это не было случайным совпадением. Так почему же мы должны пренебрегать этой площадкой? Мы должны, пока мы можем, делать все возможное и более того пытаться, да, отвоевывать какие-то территории, использовать интернет как инструмент для того, чтобы говорить с людьми, рассказывать правду. Мы не можем конкурировать там, на телевидении, на радио и на других традиционных каналах информации, значит, мы должны сделать все для того, чтобы интернет оставался свободной площадкой, и чтобы здесь мы могли с путинской пропагандой конкурировать. Вот исходя из этих довольно, на мой взгляд, очевидных исходных позиций, мы и ведем нашу работу. Так, спасибо, Леонид. Нас уже смотрит почти 13 тысяч человек. У меня еще раз просьба. У нас люди так подтягиваются, они так по-медленному и так далее. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте. Надо, чтобы более существенным было количество зрителей в прямом эфире. Вот смотри, Михаил, мы много раз обсуждали, много раз. На что решится власть в России для того, чтобы пожертвовать чем? Для того, чтобы заблокировать все, что можно. Ну, социальные сети уже мы видим. Facebook, Twitter заблокированы. И все они никак не решат с Ютубом расправиться. Ну, видимо, как мы понимаем, они еще оставляют надежду все-таки заставить или использовать Ютуб в качестве инструмента этой пропаганды и не закрывать для себя дорогу окончательно. Вот смотри,
А вопрос следующий. Пошли ли они уже на эти издержки? Ай, хер с ним там, гори сарай, гори и хата. Да? Значит, мы же видим то, что происходит в связи с общей изоляцией, позиции изоляции по отношению к российскому сегменту и вот его частью в соцсетях. И одновременно с тем, почему они все-таки YouTube не блокируют и как это все взаимосвязано? Ну, на самом деле, вот феномен Ютуба, вот как таковой, да, это то, что это сейчас новый телевизор. Вот мое мнение, почему его до сих пор не заблокировали, дело в том, что пропаганда, они сами вложились, огромные деньги вложили в то, чтобы на Ютубе каким-то образом вещать. То есть у них там есть своя аудитория, они ее прекрасно знают, они ее анализируют. Не надо думать, что там сидят сплошные идиоты. Нет, они не идиоты, у них в рамках их бюджетов, они, конечно, воруют это все, но в рамках вот тех денег, которые они воруют, они там выполняют все-таки свою работу. Вот, и поскольку YouTube является точно таким же источником и рупором пропаганды, на самом деле это же просто технология, вот, они его и не блокируют, они вложили уже достаточно много для того, чтобы ну, просто взять и обрубить себе еще один какой-то канал. Спостерігаємо за дуже такими інтенсивними подіями в вашій рідній Грузії. Ми бачимо, що суспільство вже неодноразово збирається на величезні мітинги на підтримку євроінтеграції з закликом про відставку уряду і прем'єра Гарібашвілі, який, ну, в тому числі, ми про це говорили, робив досить некоректні заяви щодо України. Це може бути, ну, як я це бачу, можливо, ви мене виправите, і більш системна криза в грузинському суспільстві, адже, вочевидь, оце домінація грузинської мрії та, звичайно, тієї людини, яка стоїть за фактично всією владою в Грузії, ну, мабуть, трохи втомила суспільство. Що зараз відбувається? Куди ці протести можуть піти далі? Ну і чи влада готова до якихось компромісів з грузинським народом щодо того порядку денного, який їй висувається? В первую очередь, мой главный, основной ответ на этот вопрос, если в Украине, к сожалению, идет физическая война, сейчас в Грузии идет полномасштабная гибридная война со стороны России. Как раз Россия, у которого нет сил, чтобы что-нибудь еще делать, они очень много тратят для того, чтобы гибридную войну дезинформации вести в Грузию. И, к сожалению, я должен сказать, что грузинская власть, грузинское правительство содействует вот этой дезинформационной кампании. Я конкретные факты приведу. В первую очередь, за последние 3 месяца до решения Еврокомиссии грузинская власть сделала абсолютно все для того, чтобы мы не получили кандидатство. Грузия, который был чемпионом реформ среди стран Восточного партнерства, фактически потеряла это место, потому что, в особенности за последний год, очень много контрреформ были сделаны, и все западные институции говорили о том, что Грузия идет назад, а не вперед. Второе, что после того, как в Украине начался война, к сожалению, активизировался вот этот, так сказать, российская агентурская сеть в Грузии, включая гибридные дезинформационные войны. И, к сожалению, грузинская мечта, правящая партия, начала принимать законы и принимать те, как бы, шаги делать, которые были против интереса нашего государства. Это в первую очередь был против интереса народа, потому что вы помните, в том числе в случае Украины, какая была со стороны грузинов поддержка еще изначально. Фактически первый многотысячный митинг в мире состоялся в Тбилиси в поддержку Киева. Вы это хорошо помните. Это как цепочкой пошло уже по всем европейским столицам и так далее. Несмотря на это, премьер-министр Грузии делал те заявления, которые вы все знаете, которые я тогда был в Украине, я месяц был там, когда я вообще в Киеве был, когда война начался, которая шокировала не только вас, но и меня тоже. И если честно, я в какой-то момент думал, что можно как-то воздействовать, чтобы они поменяли эту риторику. Что происходит сейчас? Сейчас народ увидел, что мы кандидатство не получили, потому что грузинская мечта, правящая партия, все для этого сделала, чтобы мы не получили кандидатство. Поэтому 100-150 тысяч человек собрались 20 июня, и есть громадный процесс протест,
конечно же, среди народа, потому что сегодня уже все поняли, что грузинская мечта, правящая партия, это фактически оружие гибридной войны, которое создало и на котором воздействует Россия, чтобы Грузия отцепилась от евроинтеграции, евроатлантической интеграции. И почему? Давайте прямо скажем. Сегодня вы видели, что Казахстан сделал заявление, что газ и нефть они будут не через Россию транспортировать, а через другие направления. А где идут эти другие направления? Это Каспийское море, Азербайджан, Грузия, а потом уже Черное море, Украина, Европа, Черное море или Турция, Европа и так далее. Да? Исходя из этого, конечно же, для России очень важным фактором является иметь влияние над Грузией для того, чтобы вот этот альтернативный для России маршрут не состоялся. Поэтому для них жизненно важно как-то, так сказать, вот гибридный режим, что было в Грузии, который как-то будет с ними сотрудничать. Вот именно в этом и есть главная проблема. Канал и не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.